Вечный огонь, Юрий Шмидт. Вечный огонь, Александровский сад. Вечная память героям. Кто же он был, известный солдат, чтимый великой страною? Может, он был еще юный курсант или простой ополченец? Может, убит, потому что не встал перед врагом на колени? Может, в атаку ушел в полный рост, пуля в излете достала? Или он был неизвестный матрос, тот, что погиб у штурвала? Может, был летчик, а может, танкист? Это сегодня не важно. Мы никогда не прочтем этот лист, тот треугольник бумажный. Вечный огонь, Александровский сад, памятник тысячам жизней. Вечный огонь — это память солдат, честно служивших отчизне.